Ты есть партизан. По законам военного времени тебе полагается расстрел. Какой же я партизан? Я рыбак! Я рыбу ловил! Но ты убил двух немецких солдат. За убийство двух немецких солдат по законам военного времени тебе полагается расстрел. Я рыбу глушил! Откуда ж я знал, что не в воду-то полез? Я браконьер! Я рыбак! Вот я рыбу уховарю! Хорошо. За браконьерство по законам военного времени тебе полагается штраф 20 тысяч марок и конфискация. Раз по законам военного времени так полагается. Вот, пожалуйста. Я ж в отряде давно говорил, учите законы военного времени.